Поздравляем с профессиональным дебютом Василия Володька. Василий, отличный бой, отличное завершение. Спасибо. Первое, что хочется спросить, это твой первый бой в профессиональной карьере. Расскажи, как это выходить на ринг, когда, знаешь, тебя снимает куча камер, и столько людей смотрят за тобой, следят и поддерживают? Ну, изначально, я думаю, будет сложнее психологически. Но когда я пришел сюда, это как обычные соревнования, в принципе. Только нужно готовиться на определенного соперника. Ну и, естественно, ты заранее знаешь, как драться здесь. И то, что мне нравится в профессиональных боях, в отличие от любительских, не надо драться по 5 боев за день. Как бы это намного интереснее, мне кажется, и лучше. Вот. Ну, все понравилось. Расскажи, слышал ли ты поддержку? Очень много ребят за тебя кричало, и сейчас нас окружили прям тут куча твоих, видимо, поклонников. Расскажи, слышал ли их поддержку и помогла ли она в бою? Ну, конечно, поддержка помогает. Это все дети из оборонно-патриотических сборов. Они строят лучшее будущее для них. И вот большинство из них, кто здесь стоит, они все оттуда. Мои воспитанники были. Вот. И, конечно, да, поддержка чувствовалась, и это помогает действительно. Вась, когда я видел, что вы оба со своим соперником сошлись в рейдже, я увидел очень большую разницу у вас в весе. Расскажи, со скольки ты гонял и чтобы сделать 93? Я с 97 килограмм гонял. Немного, 5 килограмм. И... Просто я слышал какие-то инсайды, что ты со 115 гоняешь, нет? Ну, это когда у меня давно уже был такой вес. То есть моя форма была 100 килограмм всегда. 115 – это уже не моя форма. Расскажи, что теперь, где планируешь выступать дальше, есть ли какие-то, например, сейчас приоритеты, то есть нравится какая-нибудь, может, организация, можешь выделить ее? Ну, посмотрим, еще буду бои устраивать. Чтобы в серьезной организации драться, нужно обкататься, так скажем, именно в профессиональных боях, потому что, ну, так скажем, как мясо выходить не хочется, а проигрывать из-за того, что нет опыта какого-либо, то я как бы не хочу. Так что пока еще так же. Бои такие, как бы, ну, не то, что лайтовые, а как бы на начальном уровне. Потому что я сам новичок в профи. У меня первый бой был всего дебютный. До этого я никогда не дрался по профессионалам. Вот. Ну, будем расти, будем прогрессировать. И дай бог, будет все хорошо. Василий, напоследок такой вопрос. Ты ростом не очень высокий. Я, ну, много бойцов привидал за свою жизнь. И обычно ребят такого роста, они выступают все-таки 84 и даже ниже. Нет у тебя мыслей спуститься на весовую? Возможно, так и будет. Потому что я по любителям всегда в тяжах дрался. И я их называю годзиллами, когда выходят против тебя 120 килограмм веса и по 2 метра ростом парни. И с ними тяжело действительно. Вот, так что сейчас 93 категорию спустился. А там дальше посмотрим. Там, я думаю, и 84 пойдет. Еще раз поздравляю тебя, отдаю тебя твоим фанатам. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо.